Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо большое, очень приятно видеть всех вас. И как замечательно, что в клубе Алексея Козлова уже становятся традиционными концерты оркестра «Круглый бэнд». Не просто квартет или трио «Круглый бэнд», а именно оркестра. Оркестр, который существует, на самом деле, всего год, но за это время уже успел сыграть на многих интересных концертах, поучаствовать в разных событиях интересных. И мы себя так оппозиционируем как биг-бэнд, развивающий и поддерживающий, играющий отечественную, российскую, авторскую музыку. Не только тех, кто живет здесь, в России, в Москве, но и наших иммигрантов, людей, которые говорят по-русски. Итак, сегодня столь необычный концерт, собственно, как и все концерты, которые мы играем. И сегодня будет представлено сразу несколько проектов. И вот первый проект, точнее, вы знаете, будет два проекта. Первый проект прозвучит в первом отделении, и он будет назван как «Саммит», «Встреча» или «Заговор медных». «Заговор медных» — это Аркадий Шелкопер меня поправил и видоизменил это название. А почему «Медных»? Потому что будет встреча Аркадия Шелкопера и Юрия Парфенова, наших выдающихся музыкантов, и также будут еще гости в первом отделении. И много интересного тоже в первом отделении. Мы будем исполнять музыку одного из наших участников, музыкантов нашего бэнда. Вот, так что такой заговор медных в первом отделении. Во втором отделении мы будем играть музыку Юрия Ивановича Маркина. К сожалению, он сегодня не смог прийти, но всем передал большой привет. Вот, а мы ему желаем, дай бог, здоровья и продолжать также писать. И разные, конечно, у него интересные такие идеи относительно крупной формы в джазе. Ну, это будет во втором отделении. А в первом отделении я приглашаю на сцену сначала Аркадия Шелклопера. Итак, Аркадий Шелклопер. Thank you.
Начался весь сербор, связанный с программой «Большой джаз». Я предложил сыграть эту пьесу на гала-концерте с американским оркестром. Кстати, аранжировку сделал американский аранжировщик Майкл Эбене. И я эту пьесу играл с ВДР Биг Бендом. И совсем неплохо, даже я считаю, что очень хорошо, и с Крунным Бендом. Я предложил сыграть эту пьесу, на что послал запись с ВДР Биг Бендом, на что от редактора музыкальной программы канала «Культура» получил такое письмо. «Аркадий, прекрасная пьеса, сыграна здорово, но это не подходит к стандартному звучанию». Вот теперь мой вопрос. Что это правда не подходит? Это на джаз не похоже? Или что? Или я что-то в этом не разбираюсь, наверное? Канал «Культура». Вот. Еще будет одна пьеса чуть попозже, которую я тоже послал, и тоже она не подходит к стандартному звучанию. Так что, наверное, вот как-то теперь мы все вместе, наверное, здесь люди, понимающие в джазе, и, наверное, кто-то мне и скажет, что такое стандартное звучание. Я, в общем, лет так 30 занимаюсь поиском этого стандартного звучания. И, наверное, может быть, и хорошо, что я об этом ничего не знаю. Композиция «Кобра». Сейчас мы сыграем пьесу еще более странную, но совсем к стандартному звучанию не подходит. Называется, да и название у него совсем нестандартное. Называется она «Фига». Но это никак не связано вот с той фигой на привычной для нас, вот для русских, так сказать, жителей. Фига, почему фига? Ну, потому что это как бы и не фуга, и как бы и не жига. Ну, вот получилась такая фига. Такой новый стиль музыки. Yeah!
Еще у нас солировал Алексей Нажаров, рояль. И в этой песне фиги солировал Салман Абуев. Ну а сейчас мы приглашаем на сцену Юрия Парфенова. Юрий Парфенов! И мы исполним композицию Юрия Парфенова, которая называется «Дервиш».
Юрий Парфенов! Юрий Парфенов! Также здесь санировали Антон Котиков, Антон Эфрейта, Олег Грибов, кларнет, и Петр Ившин, барабаны. Ну вот, мы продолжаем фольклорную тему, как говорят, неподходящую джазовым стандартам, стандартному звучанию. И вот композицию, которую мы сейчас сыграем, называется «Torn Back». Можно перевести как «рваный мешок» или «рваная сумка». «Torn Back» — это та самая пьеса, которую, одна из двух пьес, которые я тоже послал на канал «Культура» для того, чтобы сыграть с американским оркестром. Либо они испугались играть эту пьесу, потому что им тоже, наверное, показалось, что это к стандартному звучанию не подходит. Либо просто до них не дошли ноты, и, видимо, на каком-то этапе переходном один из менеджеров или директоров культурных программ музыкальных решил, что это нельзя играть на гала-концерте большого джаза. Что это к джазу вообще не относится? Ну вот, послушайте и скажите, подходит это к стандартному звучанию или нет? Я до сих пор так не понимаю. Thank you.
Спасибо. Аркадий Шумблопер. Юрий Парфенов. Мы собираем последнюю композицию первого отделения. Я представлю всех сразу музыкантов нашего бэнда. Так, баритон-саксофон Георгий Горбов. Ольга Сорокина. Саксофон. Олег Грымов, тенор-саксофон. Ну и парни. Антон Котиков. Разные деловые. Ученик Алкаши Шумблопера Михаил, внимание, Билан. Блатон. Слава Кейзеров, тромбон. Федор Чичиков, тромбон. Андрей Савельевичев, тромбон. Андрей Башев, туба. Алексей Нажаров, рояль. Антон Захаров, труба. Виталий Анисимов, труба. Также трубы. Салман Абуев, Ростислав Кочетов и Максим Дуров. Петр Ившин, барабаны. И бессменный басист клуба Алексея Козлова Денис Шушков. И сейчас мы приглашаем на сцену Аркадия Кириченко. Фриман, который. И мы исполним в завершении первого отделения пьесу нашего музыканта, музыканта нашего оркестра, Ростислава Кочетова. И эта пьеса называется «Ильич Блюз». Но это не тот Ильич, который, в честь которого названа станция площадь Ильича, а наш Петр Ильич. Ну, вы услышите, поймете. Так, «Ильич Блюз».
композитор. И Крулу Бенд.
Спасибо, спасибо. Небольшой перерыв и мы продолжим. Спасибо. Спасибо. И пока мои музыканты выходят на сцену, я хотел бы сказать, что во втором отделении мы будем играть музыку Юрия Ивановича Маркина. Это наш выдающийся отечественный композитор, контрабасист, пианист, который разрабатывает очень интересные вещи, которые мало вообще кто делает в мире, а в нашей стране тем более никто не делает этого. Это крупная форма в джазе. Крупная форма в современном джазе, я бы так сказал. И он использует принципы и гармонические обороты последовательности, в частности, из русской академической музыки, его музыка близка, где-то Бородину, где-то можно Шостаковича в этом слушать. Но тем не менее, все это с джазовой стилистикой, и мне кажется, что это действительно уникально. Но перед тем, как мы начнем играть его музыку, я хотел бы пригласить на эту сцену нашего большого друга, доктора Физмат, который является большим коллекционером джаза, и у него есть все записи Джона Колтрейна. И он сделает небольшое объявление по поводу грядущих концертов. Вы знаете, приедет еще один выдающийся музыкант, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, Алексей Зубов. Будут с ним концерты. В частности, один из концертов будет посвящен 50-летию со дня первого концерта в Физтехе, который организовывал Михаил Сапожников. Михаил Сапожников! Добрый вечер. Я недолго займу ваше время. Значит, вот я с удовольствием пользуюсь словом, мне предоставили моим другом Алексеем Крупновым. Я хочу сказать, что 13 декабря и 14 будет два замечательных концерта, которые я организую. 13 будет концерт в Лютеранском соборе. Концерт называется «Бах и Колтрейн». Там, значит, будет исполняться кантаты Баха. Вот Татьяна Ланская, это выдающая оперная певица. И Алексей Зубов, пионер русского джаза, который уже 30 лет живет в Лос-Анджелесе. И вот он приезжает, он будет принимать участие в этом концерте вместе с Алексеем Кругловым и другими музыкантами. А 14 декабря будет юбилейный концерт в Московском физико-техническом институте, в котором я 51 год тому назад устроил первый концерт джазовой музыки. Тогда просто интересно играл квартет Алексея Козлова, в клубе которого вы сейчас все находитесь. Был такой квартет: Алексей Козлов, Вадим Сакун, Валерий Буланов и Андрюша Егоров. И вот прошло 50 лет, и я с удовольствием устраиваю юбилейный, 51 год, точнее, юбилейный концерт в Физтехе. Вот приглашаю вас всех на эти концерты. Сейчас просто покажу вам афиши, у многих они есть. Спасибо, Миша. Итак, мы играем концертино для валторны и джаз-оркестра, который написал Юрий Иванович Маркин. И, конечно же, кто будет играть на валторне? Аркадий Шелклопер. Отечественных композиторов, которые пишут музыку, не подходящую к стандартному звучанию. Это мне надолго запомнится фраза. И эта музыка, ну, во-первых, она авторская. Это означает, что человек не просто копирует или клонирует какие-то американские копии или находится под влиянием того самого стандартного звучания, а ищет именно свое лицо, свой собственный образ, и ему есть что рассказать, ему есть рассказать своих истории, свои истории. Это, на мой взгляд, очень, очень важно, особенно сегодня, когда у нас какой-то такой по-прежнему еще вот в джазовом мире есть преклонение перед джазовой эстетикой и американской традицией. Да, конечно же, они молодцы, и мы им все благодарны за то, что имеем возможность наконец-то играть такую музыку. Но мы же
Ну, не пела мне мама колыбельную Клары из оперы «Порги и Бес». Ну, не пела. Ну, я люблю эту музыку, но я же не сплю и не мечтаю. У меня сны же не снятся на джазовом языке, правда? Я все равно остаюсь, грубо говоря, отечественным русским музыкантом. Вот, поэтому для меня Юрий Маркин – это особенный человек, и я играю его академическую музыку. Он написал для Валторны и струнного оркестра «Арию», очень красивую, я ее довольно часто играю. Он написал для меня и Сергея Накорякова, замечательного академического трубача, написал «Сюиту», опять-таки сделал совершенно по-своему эту «Сюиту» «Порги и Бес» 5 частей. Он написал концерт для Сергея Накорякова для трубы с оркестром. Он написал сонату «Клиффорд Браун». То есть человек столько, я уж не говорю про джазовые симфонии и про оперы, которые вы тоже наверняка знаете. Так что жаль, что его с нами нет, но его музыка звучит, и я очень благодарен Алексею за то, что он продолжает и просто поддерживать этого человека, играть его музыку. И сейчас в наборе находится уже его третья симфония. Я надеюсь, что мы сыграем ее тоже с ребятами в ближайшие несколько десятилетий. И нет, я шучу, конечно. Как только будет готова партитура, конечно же, мы сыграем. И вообще с этим оркестром можно делать много чего интересного, необычного, свежего, оригинального. Давайте им поаплодируем, а? Таких энтузиастов еще надо поискать. В Америке вы не найдете таких. Они сразу скажут, сколько заплатишь. А эти ребята готовы играть, потому что им нравится. И это многого стоит. Спасибо вам, ребята.
Нашего концерта мы сыграем симфонию Юрия Маркина, которая носит название «Вторая симфония для джаз-оркестра», посвященная памяти Юрия Сергеевича Савольского. Это симфония из 4 частей, но это, конечно же, не академическая музыка, и тут можно аплодировать, если хочется. Но, тем не менее, заговор медных у нас продолжается, и во второй части этой симфонии у нас будет гость Юрий Парфенов. Итак, четырехчастная симфония, что, естественно, посвященная памяти Юрия Сергеевича Савульского, написанная Юрием Маркиным. Thank you.
Юрий Парфенов. Thank you.
Саня Грилов!
двойное соло на тромбоне Федор Сенчуков. Ну и завершение. Последняя, четвертая часть. We'll be right back.
Антон Захаров, труба. Виталий Анисимов, труба. Ростислав Кочетов, труба. Максим Дуров, труба. Петр Ившин. Денис Сушков. Алексей Нажаров. Михаил Билан. Слава Кейзеров. Федор Синчуков. Андрей Савельевичев. Андрей Башев. Саман Абуев. Георгий Горбов. Олег Грымов. Антон Котиков. Мы такой же оркестр без девушки. Ольга Сорокина. Красивая! Спасибо также с нами играли. Низкий поклон. Аркадий Шелкопер. Юрий Парфенов. Аркадий Кириченко Фримен. Спасибо большое. Браво! Спасибо. Спасибо. Круга пять.